Михаил Юрьевич Лермонтов. К НН. 1829 год. Читает Лев Литвинов. Не играй моей тоской, и холодной, и немой. Для меня бывает время, как о прошлом вспомню я. Сердце, Бог ему судья, жмет неведомое бремя. Я хладею и горю, сам с собою говорю, внемлю смертному напеву, я гляжу на бег реки, на удар моей руки, на поверженную деву. Я ищу в ее глазах, в изменившихся чертах, искру муки, угрызенье, но напрасно. Злобный рог начертать всего не мог, чтоб мое спокоить мщенье.